Хайога и сумасшумки, мы продолжаем проходить игру под названием Dawn Century, либо дырка от пончика. Скорее всего, это уже у нас финальная будет серия, потому что мы уже летим к главному, так сказать, королю, боссу. Фу, какая вонь. Вы тут что, мерзительное воздуха пользуетесь? Глубокий вдох. Дом, милый дом. Ладно, звоню уже своему мусорному королю. Попробуем уломать его, помочь нам все исправить. Шутишь? Не могу я ему звонить. Это было бы крайне нечтиво. Тогда кинь ему смс. Это запросто. Эй. МК. Алло. Это кто? Сори, новый телефон. Это ВК. Работаю на тебя. Спросить хотел, а можно ли, типа, отменить пару дыр? И вернуть народу их хлам. Ладно, забудь. Не так важно. Что он сказал? Подруга, ничего не вышло. Кажется, он зол на меня. Черт, печально. Знаешь, что было бы прикольно? Открыть дыру и разворотить это место? Ха, именно. Понеслись? Ха, окей, выпускай дыру. Так, муха хочет сожрать мой виноград. Я ей это не позволю. Потому что мой виноградик. Что это за агент? Так. Что ж, мы пытались. Ну да. Больше ничего сделать не сможем. А я могу. Посум, тебе же и велели оставаться со всеми. Так и было, но я умею читать между строк. Я помогу вам взломать систему безопасности штаб-квартиры. А вы протащите дыру внутрь. Как же взломать систему? Просто подключите к ней вот это. Ого, круто. Можно применить катапульту. Ладно, попробуем. Ну, почти споймал. Нихера здесь взлом какой был. О, это что, отсылка на Watch Dogs? Хотя даже значок такой же почти. Так, походу, чел, я за тобой попозже вернусь. Так, пока что собираем мусор, пока я буду есть то, что могу. А, я не могу в туалет вернуться? Ну ладно. Сука, муха, иди нахуй. Так, я вижу карту. Так, у нас есть красная карта. Поехали, блок один. Биологическая лаборатория. Добро пожаловать в биологическую лабораторию, новобранца. В дом-центре обитало множество грубых и громких тварей. Никто не знает, почему эти звери просто были повсюду. Наша задача выяснить предназначение этих лишенных одежды существ. Смотрите, как наши лучшие еноты собирают факты. А, это типа экскурсия. Thank you.
Так, теперь мне нужно вверх. И взять. Вниз, влево, влево, взять. Окей. А, жабе надо похавать. Сейчас тогда так и поступим. Монатина уже здоровая. Он даже с дырки нормально не вылетает уже. Сейчас мы ускорим свой рост. С помощью влюбленной дырки. Без паники. Просто случайные флуктуации в дыре. И это вовсе смысл совершенно нормально. Аварийную сигнализацию я включил только потому, что так веселее. Пожалуйста, сделайте заполненные бланкноты отказ от претензий в течение 5 секунд. Ладно, пока поедим кроликов. Нам немного нужно просто увеличиться в размерах. Ага, туда я же не пойду, но там другая дырка, заметьте. Так, спасибо за ключ. До прихода енотов люди производили широкое разнообразие мусора. Мы верим, что каждый кусочек хлама имеет особое значение. Ученые всесторонне изучают мусор, и когда-нибудь мы научимся производить его своими силами. Давайте посмотрим, чего мы достигли. Так, ясно. Пока что только пончики. Оп, так намного проще будет. Так, это я сломал. Не беспокойтесь, все в полном порядке. Кто бы ни управлял этой дырой, прошу удалиться. Короче, я тупанул, я понял. А что сделать тут должно? Ну, типа, окей. Thank you.
Что ж, наша экскурсия закончена. Внимание, дровод. Встретимся в моем кабинете. Спасибо. И заметьте, что это весь хлам, который мы собирали. Ну, мы унитаз только не собирали. ВК. Немедленно ко мне в кабинет. Я открою прямой доступ только тебе, ВК. У нас срочное дело. Надо же, он знает, как меня зовут. Ты уверен, что справишься сам? Похоже, он тут еще вонючка. Да, пахнет тухло, но я справлюсь. Я думал о том, что ты тогда сказала. Это мой бардак. Мне его и разгребать. Так и есть, но всегда можешь позвать меня на подмогу. Спасибо. Пожелайте тебе мне удачи. Серьезно, не понадобится... Так. Везение не понадобится. Ты так и надерешь ему задницу. Ха. Почему через раз мышка работает? Спасибо, подруга. Хочешь огурчик? Нет, я хочу, чтобы ты развернул дыры вспять. Я вернул всех назад. А ты знаешь, что стал лучшим дроводом в Даунтаунсаре? Ты знаменитость ВК. Что? Правда? Парень, а теперь представь себе статус штатного сотрудника на полный день. Акция компании. Компания позаботится обо всем, чего только пожелаешь. Даже задницу тебе не придется подтирать. Ненавижу потирать тебе задницу. Перейдешь на мою сторону и получишь настоящие взрослые игрушки. Царь-коптер. У него есть даже цемент-пушка для серьезных строительных работ. Это целый грузовик. Пикап, а не квадрокоптер. О боги! О боги! Еще кое-что чуть хочу показать. Пойдем-ка. Посом. У тебя нет базуки? Или чего-то еще, чтобы разнести стойк коптеров? Не, но могу копнуть в темном интернете, когда вернемся. Ладно, проехали. Может, они здесь просто по приколу? Быстрее, ВК. Она говорит у тебя в голове. Так вот, откуда появляются дыры? Обалдеть. ВК, те ботаны на воздушном шаре тянут тебя назад. А тебе пора научиться отстаивать свой интерес. Пора протянуть лапу и схватить огурчик. Если лапа застрянет, как твоя? Ах. Она не застряла. Я смогу вынуть ее, как только захочу. Это должно тебе воздушевлить. Почка тут. Че он так быстро? И медстраховка будет? А, попробую, короче, присесть здесь. А как же? И само собой новенький квадрокоптер. Ладно. Где тут ручка? Ой-ой, этот шум. Это царь-коптер. Надо сдаваться мира. Он запросто пробьет на шар. Нет, если мы собьем его первыми. Я же сказал, у меня нет базуки.
А мой хакерский гаджет у мусорного короля. Мы применим дыры. Положись на меня. Она для того же и придумана, чтобы разрушать. Почему он сам нажимает? Нихера себе. Короче, понятно. А, подожди, мить. Нихера себе. Что они придумали? Ну хотя бы меня взрывом не задевает, слушайте. Я думаю, это херь опасная. О! Он, короче, какую-то энергию наполняет, типа, чтобы меня выстрелить. У нас получилось. И даже без помощи ВК. Поверить не могу, что он нас бросил. Он нас продал. И я даже не удивлен. ВК типичный капиталист. Что ж, я ему устрою. Починю его квадрокоптер и разобью еще раз. Что это было? Он вернулся, и у него базука. Так нечестно. Не стреляй. Ха-ха. Хотели обратить мои же дыры против меня? Я мусорный король, я тут главный. Это я написал приложение. Вы же простите, что поджарю этот шарик, но ваш друг ВК выбрал огурчик. Пока-пока, болваны. Веселитесь. А, чуть не опоздал. Не нужны мне эти огурцы. ВК! У него хакерский гаджет. Мы можем сломать систему коптера и завалить его. ВК, стой, где стоишь? Я тебя капитализирую прямо в квадрокоптер. Уворачивайся от базуки. Ладно, смотрите, чтоб меня не взорвало. А, вон на что. Но у меня больше нету взрывчатки. Как-то странно. О, тут еще одна бомба была.
А я что-то... Нихера ураган создается. Вы все разрушили. Похоже, енотам не дали вписаться в дом центре. Скорее, это ты не вписался, чувак. Хы, точно. И твоя вонючая компания. Ты разрушил все вокруг. ВК, речь не о компании. А как же они, в чем повинны еноты? Что сюда приехали? О боги, дайте же передохнуть. Правда в том, что у нас кончается мусор. Мы перебрались в дом-центре, потому что тут было вдоволь мусором. А теперь мы открываем все больше дыр, но хлама получается все меньше. Я просто заботился о нас, чувак. Врешь ты все. Ты заботился только о себе. И не мусора столько меньше, а людей, у которых их можно было воровать. Что же мне делать? Теперь у меня ничего нет. Верни всех назад. Ладно, да, и все наши вещи. Ох. Это же столько труда. Надо строить громадную катапульту. Если все сделать, мы подскажем, как возобновить руку из банки с огурцами. Честно? Нет. Просто отпустите огурец. Пожалуй, готово. Эй, народ, по одному. И поживее. Спасибо, Мира. И ВК, берегите себя, Гав. Напоследок, у меня есть одна просьба. Можете не катапультировать назад к змеи? Постараемся. Ни за что. Увидимся. Безумная история. Простите еще раз. Все нормально, мы тебя прощаем, Мира. Ага, но не тебя, ВК. Ха. Потому что ты вонючка. Ладно, как угодно, пока. Эй, Койот, я тут подумал, что? Не хочешь поработать у нас в... Пончиковой? В Пончиковой, блядь, Пончиково. Все будет чисто, обещаю. Да, пожалуй, я не против. Но я стану твоим боссом! Ха-ха, ну даешь, окей. Только время покажет. Кто знает, станет ли все как было прежде. Ага, наверное, не сразу. Но это не важно. Мы будем плыть по жизни в океане кроликов. Да, вот и ладненько. Простите за неудобство. Все в порядке. Счастья тебе, Мира. Мира, ВК. Ох, и устроили вы тут каптюру. Его аж разорвало. Хех, спасибо. Знаете, я тут подумал. Надеюсь, вы не будете особо распространяться в полиции о моей торговле пиротехникой. Они, наверное, будут в шоке, если узнать, кто разрушил автобус 405. Автостраду. Ну и обо всем прочем, что вы натворили. Понимаете, о чем я? Так, а на всякий случай говорю, по-дружески. Ясно. Ну, спасибо за угрозы. До свидос. Хотел анекдот вам рассказать. О том, как енот целовал курицу. Не слышали? Нет, валяй. Чувак, я не стану целовать твою паршивую курицу. Кудах? Что ж, было круто. Ага, крутая потеря времени. Ха. Впрочем, спасибо за то, что познакомились с этой лягушкой. Классная жаба. Очень классная. Так что, пожалуй, все к лучшему.
Давай уже, запускай меня. Да, конечно. Эй, народ. Почаще заглядывайте к нам в суп с котом. Само собой. Но не раньше, чем ты выведешь тараканов. Даже не знаю. Они уже стали своего рода секретным ингредиентом. Ха-ха, умница. Добавь еще яблочных огрызков и рыбных костей. Выйдет мусорная похлебка. Ого, а ведь это мысль. Фу, не надо. Бле. Иди уже. Прости, что сомневалась в тебе, Посум. Пустяки, Мира. Не стоит верить всему, что тебе говорят. Особенно ВК. Не волнуйся. Уж ему я больше не доверяю. Что? После всего, что было? Божечки, да шучу я. Видишь, никому нельзя верить на этой земле. Плоской и пустой внутри. Ой, все. Знаете, ребятки, мне понадобилось немало времени, чтобы вас простить. Вы умудрились испортить. Да, практически все. Прости, Кока. ВК. И меня, прости, Кока. Но ты ведь собираешься на пляж на этих выходных? Ха-ха, ясное дело. Эй, Мира. Спасибо, что ты такая классная. И? За то, что показала мне, как делать добро. И? За твое терпение. И? Господи мой же. Да что ж еще-то? Даже не знаю, быть может, когда-нибудь ты... искупишь свою вину. Например, если постираешь мои шмотки, и тогда лет через 100. Теперь ты меня похвали? А, теперь ты меня похвали. Ну что сказать, сейчас, узнав тебя получше, я решила, что ты воняешь процентов на 25 меньше, чем мусорный король. Но помыться тебе все равно стоит. Тебе же нравится мой запах. Нет. А слово совсем. Окажи мне честь. Позволь нажать кнопку запуска. С удовольствием. Тормоз. Ха! О, да. Нам дают кнопочки управления. Теперь мы можем полетать, так сказать, изучить местность. Баскетболист Джордан. Прикольные титры сделаны. Он продает эти вещи, как я понял. Так, интересно, я в ней смогу заехать? Нифига себе, он тут хакарит. Так он начал пончики делать. Интересно, куда эта фигня ведет? Цепь. Цепь здоровая. Ну тут ничего нету. Погнали выше.
оно что. Теперь мусорный король у нас оказывается на дирижабле. Ну что, давайте мусоропедию посмотрим. Туалетная бумага. Рулон тончайшей простыни. Кофе из ванной. Обычно кофе, но присыпано тонким слоем порошком из ванной. Мусорное ведро из ванной. Кто-то даже бросил сюда еду. Какой-то молодец этот кто-то. Магнитная карта. Если этим погладить дверь, она подобреет. Служебный телефон. Древнее устройство для того, чтобы ошибиться номером. Растение на столе в приемной. Кактус, из которого жестко выдрали все иголки. Должная инструкция. Книга для сотрудников с полезными советами. Хитростями и читкодами. Батарейка С. Долгоиграющая вкусняшка разъедает во рту, а не в руках. Сломанный микроскоп. Взгляд в никуда. Мензурка. Стаканчик без мороженого. Пробирки. Какой-то музыкальный инструмент для ботаника. Мензурка. Бокал, который не выпустить из рук. Офисный пончик. Ого, это пончик тоже состоит из... состоит в штате. Научный планшет. Весь экран в следах пальцев. Я думал, ученые моют руки намного чаще. Научная папка с зажимом. Ученые делают вид, что будто ведут записи, а на самом деле просто рисуют каляки-маляки. Микроскоп, чтобы присматривать за голыми микробами. Клетка для животных. Гостиница для зверей, хотя они ее ненавидят. Крутая лабораторная змея. Это спагетти арестовали за злобный нрав. Лабораторная муха. Крохотная и немыслимо уродливая птица. Лабораторная лягушка. Лягушки порой совершенно сомнительные поступки, но в остальном безупречны. Лабораторная чайка. Паршивая птица, помойная при воровстве картошки фри. Лабораторный таракан. Кусок грязи с ножками. Лабораторный кролик. Крупный. Закореленный преступник, ни капельки стыда из совести. Лабораторный кролик небольшой. Закороленный преступник, есть капелька стыда и совести. Бетонная панель. Элемент роскошной меблировки. Меблировки какой-то. Бомба небольшая. Взрыв в небольшом радиусе. Бомба большая. Взрыв в большом радиусе. Хакерский гаджет. По кодексу чести хакеров при взломе сервера надо сказать. Так, я вошел. Что дальше? Торнадо. Порой, когда туча спускает воздух в унитаз, все выходит из-под контроля. Штаб-квартира енотов. Развалины. Ну, похоже, я теперь безработный. Головное устройство босса. Надеюсь, мусоропедия чему-то научила. Битомешалка босса. Если честно, я же не удивлен. Ха. Считайте, что я просто выдумываю. Пропеллер босса. Мусорный король толком и не платил мне за то, что я все это пишу. Базука босса. Ах, да, конечно. Ключ от Don't Sanji. Спасибо за то, что играли. Ну что, ребятки, вот так вот. Игрулечка у нас и пройдена. Если оценивать игру... В принципе, довольно интересно, типа такой на вечерок, знаете, на два вечера хватит вам этой игры. Ну, типа так, посидеть даже может быть на один вечер. То есть задумка довольно легенькая в плане, как знаете, есть игра «Сожри планету», здесь то же самое наподобие, типа того. Только здесь мы играем за дыру. Плюс здесь есть как-никакой сюжет, есть пасхалки. Они были в диалоге, они были немного на виду. Поэтому как-то так. Музыка, анимация. Анимация такая, какая, знаете, простенькая. Типа там они шевелят руками, головой. Да, в принципе, и все. Поэтому,
довольно прикольненько. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и довольно прикольно сделаны титры еще, да, забыл упомянуть. Типа, что мы играем все-таки за горокоптер, мы можем летать и все изучать. Поэтому всем пока!